11 января 1917 года. На территории России создан первый заповедник Баргузинский, учрежденный 29 декабря 1916 года. 11 января 1917 года Баргузинский заповедник стал первым в России охотничьим заповедником на государственных землях. В его задачу входило сохранение и изучение соболя-фаворита пушного царства. В начале 20-столетия из-за неограниченного отстрела зверек, некогда заселявший огромную территорию от Северного Приуралья до Сахалина, оказался на грани исчезновения. По инициативе известного охотоведа Силантьева в таежные районы Камчатки, восточных Саян и на северо-восточное побережье Байкала отправились три экспедиции, чтобы обследовать состояние соболиного промысла и определить место, пригодное для заповедников. 1 июля 1914 года на Байкальском берегу, в бухте Сосновка, высадилась экспедиция под руководством видного ученого-зоолога Деппельмайра. Почти год велась напряженная изыскательская работа, в результате которой появился проект заповедника. Примечательно, что в год его создания там едва можно было насчитать 30 зверьков. В конце 20-го столетия их численность приближалась к 1200 особям, как в лучшую пору. Заповедная территория – это уникальная природная лаборатория, тщательно охраняемая от нежелательного антропогенного влияния. Правда, туристы, совершающие круизы по Байкалу, имеют возможность познакомиться с центральным поселком заповедника, давшей и с экспозицией его музея. Заповедник, расположенный на центральной части западных склонов Баргузинского хребта и Байкальского северо-восточного побережья, занимает 374 322 гектар суши и 15 000 гектар акватории Байкала. Заповедная территория с причудливым горным рельефом, своеобразными фауной и флорой, разнообразием почв и микроклимата – поистине уникальное место в Байкальском регионе. Деятельность заповедника получила международное признание. В 1986 году он был включен в международную сеть биосферных станций, решением ЮНЕСКО ему присвоен статус биосферного. И не случайно с 1997 года день образования Баргузинского заповедника отмечается в России как День заповедников и национальных парков.